Ноутбук у нас Fujitsu Livebook A 351, по-моему. Заменяем оперативную память. Добавляем оперативную память. Для этого нужно снять батарею. Открутить заднюю крышку. Вот у нас новая память, вот стоит оперативка старая. Вот эти защелки в сторону отодвигаются, вставляются. Сейчас вот так ставим. Здесь можно вставлять две планки. Это нижняя на 4 гига. И еще одна тоже на 4. Гига. Все. Итого 8 гигабайт. Сейчас проверим на компьютере. И все.